Шестой подъезд дома министерств. Здесь находится Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана. Сегодня сюда в очередной раз пришла группа протестующих из разных регионов страны. Люди в инвалидных колясках, передвигающиеся с помощью костылей и имеющие проблемы со зрением. Они потребовали увеличения социальных пособий и изменения системы очередности на получение жилья. Неужели наше государство не может нам уделить внимание и выделить не 5-6 тысяч, а хотя бы 100 тысяч, чтобы мы почувствовали защиту от государства? Повышение пособий! Нурмукан Смагулов – инвалид первой группы по зрению. Он приехал из села Кишкиниколь Северо-Казахстанской области. Мужчина жалуется, что местные власти не в состоянии решить вопросы с очередностью на жилье и увеличение пособий. Нурмукан говорит, что стало тяжелее жить, ощутимо подорожали продукты питания. Казах Кумбашл Кезде, Алпспесмунг пособия, Калай Кунгуруго Волод, Сол пособия, Ек Шурет Клютуреп, на уровне евростандарта Галсендегенемис. Потому что без закона Бер практикуется в западных странах Тидгуй. Ниги без пособия не практикуется, как в западных странах. Казах на Кунара Кумбатават Канда. Элементарно, ертеңбіз, наналал майғаламызгой. Шапкенов! Собравшиеся выкрикивали имя министра труда Серика Шапкенова. Один из протестующих сказал, что к министру невозможно попасть даже по записи, в то время как права граждан с инвалидностью не соблюдаются даже в столице, не говоря уже о регионах страны. Неге біздің құқығымыз тапталу керек? Біздер нешінші ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Барлығы айтады, Қазақстан керемет өмір сүріп жатыр, елу елдің қатарына кірдік дейді. Ешқандай да көріп жатқан жоқ, елу қатарын еліне кіргеніміз. Мүгедектерге ешқандай жағдай жоқ. Жақсы жағдай жоқ, элементарны көшеде колясочниктермен жүретін пан, неде жоқ, пандустар да жоқ көтерілетін. Протестные выступления людей с особыми потребностями местные власти сочли незаконными. Представитель акимата вынес предупреждение, полиция заняла наблюдательную позицию. Министр Шапкенов к людям не вышел. Советник пригласил группу протестующих войти в здание, но люди не последовали за ним. Протестующие, судя по всему, не хотят вести дело с советником, который в очередной раз заявил о необходимости создания рабочей группы. Собравшиеся говорят, что сомневаются в жизнеспособности таких инициатив. Они не раз приезжали в столицу, но их жалобы и обращения так и не были услышаны.